Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Меня зовут Марина Полковникова, я являюсь экспертом в области визуального мерчендайзинга и дизайна витрин и представляю свою компанию, агентство BMC Retail. Что такое мерчендайзинг именно в вашей сфере? Мерчендайзинг – это коммерческая основа любой торговой точки. Неважно, это магазин, pop-up store, либо небольшой кортнер в department store. Это та основа, на которую накладывается и нанизывается все детали, связанные с визуальной коммуникацией. И мы оказываем полный спектр услуг, связанный с визуальным мерчендайзингом, с дизайн-концепцией магазинов и оформлением витрин. А что интересного вы предлагаете своим клиентам? Какие уникальные особенности? Наша уникальность стоит в том, что мы создаем не просто красивые магазины, чтобы они радовали глаз собственника, мы создаем коммерческие магазины. Мы всегда подходим к разработке концепций на основе цифр, аналитики, статистики. У нас плотно работают в одной команде мерчендайзеры, архитекторы и дизайнеры. И в результате наш заказчик получает успешный, грамотно спланированный магазин, и мы на секунду не сомневаемся, что он будет зарабатывать, потому как главная цель нашей работы – это приносить доход нашим клиентам. Спасибо большое, Марина. Удачи вам и вашим клиентам. Спасибо. Спасибо и вам.